Тебе нужны яблоки. Но ты не говоришь людям, ребята, вы его должны, ну там, или картошку, да, и ты не говоришь, что, ребята, принесите мне картошку. Ты им говоришь, что, ребят, сейчас все копают землю, завтра все садят туда картошку, потом раз в 3 дня вы приходите ее сапаете, там, чтобы все эти сорняки повысапывать, а потом через 2,5 условно, недели, ну, какой-то срок, вы должны прийти ее выкопать. И ты считаешь, ну, ты им расписываешь шаги и по шагам им ставишь задачи, они это делают, и ты их меряешь только здесь. А результаты от них уже зависят только тогда, когда ты правильно расписал им процесс.